Так, всем привет, с вами Супер. Сегодня я расскажу такую, даже не знаю, вам совет даже, такое видео, как я вырастил травку. Вправду, я вырастил траву, вот такую, вот, можно сказать, собственноручно. Буквально ничего не делал, только поливал воду раз в неделю псыкалкой, и все. Вот, и выросла вот такая травка. В принципе, если у вас есть хомяк, то, в принципе, никакого сбережения не надо тратить, потому что, вот знаете, бывают остатки вот в корме хомячка, там зерновые, и их приходится выбрасывать. Я их просто сюда посадил, просто с одной вот такой кормушечки. И выросла, как видите, я был сам в шоке, травушка, которую хомячок ест, можно сказать, с огорода, да, свеженатуральную травушку. Так, ну давайте я вот так оторву, к примеру, небольшой кусочек и положу ему, к примеру, в корм. Он это с радостью съест. Он, наверное, не видно. Ай. Вот забрал травушку и ест ее. Как видите, он траву ест. Итак, дорогие зрители, у меня выключилась камера, потому что я сохранял на карту памяти, ну, то есть не на карту, не сим-карту, а на сам телефон. Вот, память телефона. Из-за этого у меня вырубил сразу, потому что память забита приложениями. Вот. Но это небольшая проблема, это я устранил и установил опять сим-карту. И запись, можно сказать, продолжать. Вот. То есть я использовал для травушки-муравушки, для хомячка, просто обычный корм. И вправду. В корме содержатся тут всяческие злаки, которые, в принципе, можно сказать, можно вырастить. То есть вот такие злаки. Я помню однажды вот такие, вот такой прям такой же наполнитель, только вот такой он одинаковый. Куча его было. Его покупал за 500 тенге, если не ошибаюсь. Вот это за 250 тенге, крутое чудо. Корм можно насыпать и на хомячка, и еще выращивать травушку. То есть это вообще супер круто. То есть он вот такие штучки не ест, и можно ему подавать как травушку. Ну давайте сейчас я вам покажу. Если не верите, не верите, я вам сейчас еще раз вам покажу. Потому что запись там прервалась, и хомячок не понял, что я ему типа не давал. Давай, вылезай. Вот тебе. Ать-ть-ть-ть-ть-ть. Ать. Травушку. Ой, сразу взял и ест. Вот. Надеюсь, вы все видите, потому что штатив очень большой. А через клетку, в принципе, не видно. Давайте лучше я открою и прям оттуда я вам покажу, как он ест травушку-муравушку. То есть он даже не догадывается, что я ее выращиваю. Так, простите, что штатив так трещит. Вот. Видите, он там берет ручками двумя и кушает эту травушку-муравушку. То есть обычным кормом выращивать траву, это очень круто, в принципе. Ну, как по мне, потому что это чистые зерна. Там, наверное, много витаминов всякое такое, потому что я читал и смотрел по коробке там и в различных видео. Вот. Видите, он кушает. По природе, наверное, хомячки ели и травушку, и листики. Вон, видели, он открыл кусочек и ее опять же взял. Вот, ладно, я лучше одну вот эту травушку положу в корм. Потому что чтобы нормально, то я ее кину в опилки. Как это очень странно. Мечок не понял. Вот. Мой кутикан, как видите, прожорливый. Почти он полностью травушку одну съел. Вот. Еще до этого две травушки съел, но это вы, наверное, не заметили, не увидели. Потому что видео прервалось. Ладно, на этом я буду прощаться. Видео что-то затянулось. Я что-то долго думаю. Хомячок уже ест корм. Давайте еще я травушку дам. Почему бы нет? Ее тут у меня полно. Одну травушку. Захочет, съест. Ой! Хомячка чуть тронул, он сразу упал. Вот. Травушку, наверное, заметит. Он там в непонятии, что ты сделал. Так, давайте. Ай, травушка упала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Травушка. Ну все.
такое было видео. С вами было Супер. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока.